Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот коротенькое хотел бы снять видео о том, чем можно разнообразить рацион зверей в весенний период. Правильно я говорю? Да. Правильно я говорю. Звери полюбляют есть ветки. А ветки можно взять в элемент. Сейчас начинается обрезка садов, там, я не знаю. Везде вот у меня знакомый обрезал у себя дома деревья. Это яблоня, по-моему. Ну, походу, они едят практически любую древесину. Во-первых, да, во-первых, очень хорошо, полезно у них тогда зубы стачиваются, стирают. Кстати, у грызунов зубы растут всю жизнь. Ну, то есть в длину увеличиваются, правильно я мысль? Да. И, соответственно, им надо обязательно твердые корма какие-нибудь, чтобы они грызли. Почему они клетки съедают деревянные? Активно причем съедают. Им хочется, да, им просто хочется зубы подточить свои, потому что они уже во рту не влезают. Значит, что еще? Ну, зерно, вот, кстати, зерно тоже является неплохим абразивом для стачивания зубов. Сейчас, помимо сена, там, естественно, все, что там идет, отходы со стола в плане очистки картошки, там, очистки... Линя, я чешу, смотри, как пооблазили. Может, нет, может, это... Не, нема. А, малые, может, да, выскубали. Выскубали. Весна началась, активно у нас тут это самое идет. Процесс размножения. Процесс размножения пошел. Слишком, ну, самки... Большинство самок с малышами, вон малыш выскочил. Хопа! Пошел, смотри, пошел один, пошел. Первый пошел. Второй пошел. Малыши уже начинают борзеть, вот третий пошел. Это самец, походу, вот этот. Вот это да, самец. Кстати, вот обратите внимание, мне задавали вопросы зрители, спрашивали, как будут себя вести, если подсадить, допустим, самца там. Если честно, вот, ну, настолько лояльные звери, вот обрати, скажи, Илюха, никогда, ну практически никогда не дерутся. Если и дерутся, то это у них идут как бы выяснения отношений, разборки. Должны. И они как? Самцы между собой. Да, ну так они как, Илюха? Если один отступает, второй его не добивает, там, чтобы прям в ус. Они там между собой там разобрались, кто сдал заднюю, включил. Да, все, да. Этот его забывает и своими делами занимается. Поэтому я думаю, проблем никаких не должно возникнуть, если захочется, если нужно будет подсадить вот в такой коллектив нового какого-то зайца. Особо не напрягайтесь, а просто подкинули. Единственное, конечно, чтобы он не принес никакой заразы. Я вот побаиваюсь, потому что у меня их достаточно много. Хотелось бы там обновить кровь, так сказать, подкинуть им самцов. Но боязно. Хотя бы одного. Места нету, где продержать его в этом самом, в карантине. Месяц. Да, хотя бы с месяц, чтобы его, или может даже его про это самое, проколоть этим самым. Месяц карантин. Не, ну я говорю, сделать ему укольчики. Да, и подождать. Да, подождать, чтобы это все у него, если даже какие-то... Что-то было, оно... Все это ушло. Потому как, когда они внутри, у них коллектив, у них особых проблем нет. Тьфу-тьфу, они не болеют. Ни миксоматозом не болеют. Была проблема коксидиоз, но это я запустил, надо было раньше провитаминить их там, все эти вещи. Или вот как советуют... делать профилактически, да, пропаивать йодом, ну, то есть в воду добавлять йода там буквально немного. В общем, по поводу рациона я показал. Рацион можно очень неплохо разнообразить ветками любых деревьев практически. Кстати, те деревья, которые они не будут есть, не будут есть, их не заставишь, да. Да. И насколько я понимаю, у нас нет никаких там деревьев, которые выделяют яд какой-нибудь курару, от которого они сразу, ну как бы им будет плохо. Поэтому смело можно. Есть, да. А плодовые, которые там, вот я не знаю, вишня, яблони. Что там, яблоня вишню точно нет, можно, яблони, вишню нежелательно. Да, да не, наверное, вишню. Нет, кстати, подписчики, если не сложно, напишите в комментариях, если есть какие-нибудь деревья, которые реально нельзя ветки давать, напишите мне, потому как я, ну, была одна зима, мы вообще кормили их одними деревьями, помнишь? Да, акация. Не было тогда ни сена, ни зерна, и пришлось каждую неделю
наверное, хвороста этого. Вязанку. Да, вязанку. Так при этом они его съедали просто в ноль. Так-то, если, ну как, есть еда, они поели кору поели, да, пообгладывали и бросили. А это они втачивали. Ничего не оставалось. Ветки такие толщиной с палец большой. Больше, крупнее, чем эти. Но это, по-моему, не акация даже была. Я не знаю, что это было. Может, белая акация? Не белая, потому что он как гладычий какой-то был. Да. Вот, смотри. Серый уже нахуй. Только уже. Ну, ее же ели, а то остальное. Да, но сейчас я говорю, сейчас проблем нету с плодовыми. Обрезка сейчас весенняя начинается, все обрезают. В принципе, ну как бы. Я привез целый прицеп, я говорю. Прицеп с трештовками, битком. На меня три раза останавливали, спрашивали, почем саженцы. У меня уже была мысль, может, продать их как саженцы. Ну, сказать, что без корней, да и все. Поэтому. Напишите, если сможете, если кто, у кого есть информация, кто знает, какие из плодовых, может, нельзя есть зайцам давать, потому как я, если честно, выбор делают они, бросил, они съели. Они у меня вообще как бы живут в условиях максимально приближенных к природным, поэтому, ну, что вызвано моей дикой занятостью. Кстати, а по поводу занятости. У меня есть на Ютубе еще два канала, которые я веду. На одном из них я занимаюсь ремонтом автомобилей, ну, Жигулей, как бы. Я долгое время работал в этой сфере. Ну, как работал в сфере? Частная была у нас, как скажем, СТО. Лет, наверное, больше 10 я проработал в ремонте. Ну, занимался ремонтом автомобилей. Делали, в принципе, и сварочные работы, и любые работы. Соответственно, есть у меня канал, если, может, кому будет интересно, ссылочку оставлю в описании. Посмотрите, подпишитесь, мне будет очень приятно. Плюс есть канал, на котором я вылаживаю видео о том, как я провожу свободное время. Тоже там масса всякого, возможно, кому будет интересно посмотреть. Заходите, подписывайтесь. Пишите комментарии. В общем, всего доброго. До свидания.